Всем привет, ребята. Я иду опять вот подсадной охотиться. Мы с товарищем. Мне сейчас досталась подсадная, которая не кричит. Так, главное, не перейти тут эту штуку. А нормально, не сильно глубоко. Я думал, будет глубже. Вода упала. В этом году первый раз сюда иду. Слышал, что там селезень. Вот с машины выходил, что в том месте селезень. Шкварчит. Я думал, сейчас сразу вступление скажу. Да и сразу потом будете смотреть, как охочусь. Главное, чтобы дождь не пошел. Опустился туман, но это даже хорошо, нас меньше будет заметно. Подсадная не кричит, поеду с товарищем, со Степаном. Наверное, сядем с одной подсадной вдвоем. Все, мы со Степаном добыли 3 селезней. Вообще кайфово. И вот один какой интересный. С белой. Селезень. Да. Альбинос. Ну не альбинос, ну непонятно. С белой такой шеей. Зеленая его голова. И зеленая сзади. Ну вот как обычный селезень выглядит.
Вот так. В общем, очень удачное место тут. Сейчас поедем, переедем в другое, может, тоже что-нибудь возьмем. Налетел один селезень, только мы его проворонили, что-то ему не понравилось ему, и он не сел. Уже шитики есть? Да. Покажи шитика. Блатва любит шитика. Не, ну все-таки три селезня взяли, да? Да. Зачетная была охота. Где-то кого-то увидел. Увидел кого-то.